Всем привет! Канал «Покашеварим» – жертва маркетинга. В конце концов, сегодня у нас креветки. Вы на фотке, наверное, увидели, думали, это что-то такое здоровое. Креветки, большая пачка, нифига, она вот, ну, с ладошку максимум вообще. 209 рублей стоит в перекрестке. Замороженные в панировке креветки. А я люблю такие. Бренд «Новый океан». Не знаю, что за новый. Мне достаточно старых вполне. Изготовлен... так это специально для перекрестка сделано. Ваши пожелания можно присылать на x5.ru по телефону такой-то линии. Короче, это кроме перекрестка нигде не найдешь. В общем, довольно неинтересный продукт получается, потому что в Пятёре нет. Хотя Пятёра, кстати, к X5. К X5 относится, не BMW, естественно. Состав. Что у нас тут? 150 граммов. 150 граммов за 209 рублей. Но креветки, с другой стороны. Мясо креветки, вода, сухари панировочные, соль, дрожжи соевая, бла-бла-бла. Смесь панировочная, там тоже всего разного. Масло рапсовое, смесь панировочная. Смесь панировочная, то есть у них тут две смеси панировочные. Тут вот нафига столько много, непонятно. А вот во второй смеси есть ешечка 14-20, которая нас вообще не пугает. Продукт может содержать рыбу, молоко, в том числе лактозу, горчицу и прочие продукты переработки. Блин, забавно вот этот список, что может содержать там, что хочешь. Нефть, песок, пыль, короче, кусочки тараканов. В общем, все там может быть, теоретически. Производитель предлагает три способа приготовления. Доступный это... Вот, кстати, хорошо, что нету здесь микроволновки. Вот этого дебильного совета подогреть микроволновки. Здесь, значит, сковородка с маслом 6 минут. Растительное масло. В духовке, но этот вариант похуже. И во фритюре, конечно, наверное, самый хороший вариант для этого продукта. 3-5 минут при температуре 180 градусов. Изготовитель ООО А.Эсперсон. Как какой-то, блин, автор сказок звучит, да? Эсперсон. 173-011 Россия. Е1420 это модифицированный крахмал. Ничего страшного, ничего страшного. Абсолютно безопасен, вроде бы, если, наверное, много не есть. Если много модифицированного крахмала съесть, то вполне можно, наверное, модифицироваться во что-нибудь нездоровое. Короче, нормальная штука. Состав пойдет. Пойдет. Да, даже гуаровая камедь в первой панировочной смеси меня ни разу не пугает. Меня вообще в последнее время мало что пугает. Вот так. Смотри, там никакого ничего пакетика нет внутри, да? Там просто креветулечки. Для этого надо тарелку взять. О, какие бледненькие. Ну смотри, это, кстати, хорошие королевские креветки, между прочим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, как и обещали производители этой упаковки. Обжариваем на сковородке 3 минуты с одной и 3 минуты с другой стороны. Креветки чуть поприятнее стали внешне, но при этом не обрели, конечно, фритюрные румяности. Все равно остались довольно бледными. Креветки получились довольно хрустящие, что приятно. И внутри креветочка. Небольшая, наверное, все-таки не королевские, а вот которые поменьше королевских. Тем не менее... Выглядят они вполне. Так, креветочки. Я вот для сравнения открыл просто меню Макдональдса. 4 штуки стоят 165 рублей. 6 штук 229 рублей. Тут 7 штук, и они чуть-чуть получаются даже дешевле. Но ты должен маслица сам приготовить и всякое такое. А креветки чисто даже визуально очень похожи на креветки из Макдональдса. И по структуре панировки, и по вот этой загогулистости креветок. В общем, в целом, это те же самые креветосики. Так, ну единственное, что вот нет соуса, да, нам бы какой-то кичинес. Ладно, давай правильно говорить, тысяча островов, так, понтовый. Вот, для того, чтобы эти креветки было вкусно есть, но мы так попробуем. Креветка как креветка в панировке.
довольно приятный продукт. Я вообще не знаю, что про говорить. Обзор на 7 креветок, блин. Виталий дожил. Ну, конечно, не хватает соуса. Было бы круто, конечно, прямо здесь иметь какую-нибудь баночку соуса внутри. Как дополнительно. Ну, дороже будет, да, получается? Как? Все. Нормально. Брать можно. Довольно вкусно. Если попадется и любите креветки в панировке, то взять можно. Когда делаешь на сковородочке, весьма неплохо получается. Хрустященько и нормально. Давай выставим оценки, все, закроем вопрос, потому что нормальный продукт. Вкус 4, натуральность 4, цена 3. Дороговато. Ну, не дешевый продукт, наггетсы дешевле какие-нибудь. Если похрустеть просто любите, можно и наггетсы. Если креветки любите, то эти норм. Вот такие дела, ребят. Такое резюме, такой обзорчик жертвы маркетинга, маркетинга, маркетинга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и на Инстаграм тоже подписывайтесь. Всего вам вкусного. Пока. Креветочки. Кичинеза. Надо сейчас просто, Дима, навести кичинеза и заточить. А? Кетчуп? Майонез? Будет у нас 1000 островов. Какого хрена китченес называется 1000 островов, я не понимаю. Это же китченес. Это ж бубальгум.